18 травня в цей день світова спільнота щорічно відзначає Міжнародний день музеїв. В Одесі цього дня було особливо людно в музеї західного та східного мистецтва. Тут черговий раз жваво обговорювали долю унікальної перлини музею картини Караваджо «Поцілунок Іуди», яку злодії викрали 15 років тому. Через 2 роки її знайшли, ще через 8 років відреставрували, але і досі не повернули до музею. Музей є інструментом культурного обміну, збагачення кругозору, досягнення творчого взаємопорозуміння та миру між людьми. Особливо у часи війни, коли всі галузі культури переживають час складних випробувань, головна мета музеїв – це зберегти доробки минулого. В музеї західного та східного мистецтва було презентовано літературно-художнє видання «Звільнення Христа з-під варти» Дениса Фомичова. Книга складається з 2 частин – наукових статей про саму картину та художньої, де автор описує цікаві деталі викрадення і операції з повернення картини. Одна з головних дійових осіб рятівної операції – Роман Топілов, який виконував роль начебто мільйонера, який скуповує картини. Завдяки йому та іншим учасникам операції картину було вилучено у грабіжників. Я слухи про себе розпускав, і на мене вийшли. Ну, і далі я почав торгуватися, торгувався. 50 мільйонів, а я 5 мільйонів, більше не дам. Торгувались, а потім я говорю, була одна зустріч, потім друга, потім третя. Одна там в Будапешті, потім у Франкфурті, і потім вже Берлін. В Берліні картина лежала в гаражі. У цих, хто поцупав, у ворів. Пошуки картини відбувалися з січня по червень 2010 року. Згодом Денис Фомичов, один з учасників рятівної операції, написав книгу, яка мала бути випущена майже 2 роки тому. З початком повномасштабної війни надії на те, що книга буде надрукована, майже зникли. Типографія, де друкувалася книга, знаходилася в Миколаєві, місті, що перебувало під постійним обстрілом. Але сталося диво, і в цьому році книга все ж таки побачила світ. Детективна історія, пов'язана з картиною Караваджо, вже стала відома на весь світ. А ось подробиці про те, що відбувається з унікальним полотном майстра сьогодні, знають далеко не всі. Деякими деталями з нами поділився директор музею Ігор Паронник. Ігор Борисович, скажіть, будь ласка, все ж таки, мені здається, що більше сідесити все ж таки хвилює, що зараз відбувається з цією картиною Караваджо, про долю якої ми чуємо і спостерігаємо вже 15 років, 2008 року, де вона знаходиться зараз і коли вона повернеться до Одеси, до Одеського музею, до вашого музею? Где вона знаходиться зараз, я вам відповім совершенно однозначно – не знаю. Почему? Потому что она находилась в реставрационном центре киевском на ответственном хранении. Когда началась война, скорее всего, что эти картины реставрационного центра, наиболее ценные, наверное, были эвакуированы или перемещены, или оставлены там. Я не знаю. Вы понимаете, дело в том, что коллекции всех музеев являются государственной собственностью. Государственной. Это мы считаем, что это вот наши картины и так далее. Вот. И когда мы эвакуировали наши работы, то мы должны были довести их до точки А, а из точки А в точку Б я уже не знал, куда их везут. Этим занималось министерство и занималось военное администрация, ну не военное на тот момент, Тобто вони можуть бути і в Європі зараз, вони можуть залишатися в Україні. Тобто ви взагалі, вам не відомо і вас не ставлять. Де наші картини, я потім узнав. Но где картины работы реставрационного центра, я не знаю и знать не должен, по большому счету. Единственное, знаю, что действительно была проведена работа по эвакуации. На тот момент картина была уже отреставрирована, естественно, наша. И мы готовили материалы с нашими юристами, чтобы получить решение суда о передаче нам на ответственное хранение. То есть, когда картину нашли, ее передали в реставрационный центр на ответственное хранение, но не разрешали реставрировать. Так, это был очень такой великий скандал. Сколько лет она пролежала без реставрации? Ее вернули 3 сентября, она была уже в Украине, 2010 года. И когда я пришел в 2015 году работать в музей,
Я занялся этим вопросом, мне понадобилось 3 года для того, чтобы получить разрешение суда на ее реставрацию. И поэтому мы начали именно с того, что говорить о том, что, ребята, то, что работа лежит, ее никто не трогает, здоровье ей не прибавляет. Тем более, что картины даже, которые, вот мы сейчас картины, которые упаковали, которые не были эвакуированы, они проезжали какое-то время, и их надо сейчас вытаскивать на свет Божий, потому что картины нуждаются в естественном освещении, потому что белила темнеет безвозвратно, если долго без света. Тобто, якщо картину, вот ці, ви їх склали, ви, коли їх евакували, їх треба достати, так. Їх треба на сонце винести, так. Їх треба щось з ними робити, так, постійно. А хто це робить? Ми з нашими картинами. Ну, це ті, які залишилися. А які не евакуйовані, ніхто. Єдине, що ми дважды уже перепаковывали их, то есть я уже знал, где они находятся, мне не устроили эти условия. Я писал министерство, я был в Германии, договорился с ребятами, с 2 музеями крупнейшими, о том, что они возьмут наши эвакуированные работы, вместо того, чтобы они лежали в ящиках в том месте, где они сейчас находятся, чтобы их взяли в Германию, сохранили, сделали реставрационные мероприятия с нашими реставраторами. Вот. Обули в рамы, потому что они без рам мы вывезли, выставили их, сделали буклет, прокатали их по 2 музеям. Тобто украинские картины, да, Европе, да, да, ну, да, это да, такая реклама, да. И взагалі це для держави. Помимо того, что это, они будут находиться в идеальных условиях, и там условия идеальнейшие. Я был там, в художественной галерее, и ребята мне показывали фонды фотографий. Говорят, вот это фонды для цветной фотографии, а это для черно-белой. Какая разница? Ну как какая? Черно-белая, нужно держать температуру плюс 20, а цветная плюс 21. Представляете? У нас скачали, у нас скачали в музее температура плюс 13 зимой и плюс 33 летом. Представляете? 20 градусов качели, а там 1 градус. До речі, Ігор Борисович, скажи, будь ласка, ми з вами ось зараз сидимо саме в цьому залі, де свого часу, ну, точніше, звідки зникла, викрали картину Караваджо. Тобто вона ось на цій стіні. А щось змінилося з цього часу, з 2008-го? Взагалі, як це відбувалося? Ось давайте, можливо, хтось не стежив за цією історією. Як її викрали? От що відомо зараз? Ну, що мені відомо? Є ціла справа. Ну, в двох таких. Головне діло, яке мені дали матеріали, ребята. Вот. Там чітко писано, во сколько, хто, як приїхав, на якій машині, скільки чоловік. И так далее. Кто наводив, кто заказывал, кто работал? Заказчик неизвестен. Ага, до сих. Ну, мне во всяком случае неизвестен. Но дело не в этом. Дело то, вроде был заказчик, потом он им предложил ворам определенную сумму. Когда воры узнали, сколько реально стоит картина на рынке, то есть он им типа пообещал 100 тысяч долларов, а они узнали, что речь идет о 100 миллионах евро, да, и так далее. И они там что-то... Не знаю, был ли мальчик, я не знаю. Факт то, что картину украли через это окно, здесь не было решеток, шли ремонтно-реставрационные работы. Вы представляете, что такое ремонт? Ну что такое ремонт? Дома ремонт, в музее. А картина залишалась тут? Да, картина. Дело в том, что музей работал и перемещались. То есть в каких-то помещениях шли работы, а в каких-то продолжал работать музей. Потом там отремонтировали, перенесли туда работу. То есть ну, бардак был такой, объяснимый бардак. Да? Система видеонаблюдения тогда была слабая, решеток не было, повторюсь. Сейчас у нас есть и датчики движения, и камеры, ну вот видите, он стоят, решетки стоят. Благодаря помощи именно во время войны сторонним организациям международным, и есть у нас прекрасная организация «Музей Info Change», которую возглавляет Александр Ковальчук, директор художественного музея. Они очень много сделали, очень много помогли для всех музеев и для нас, и благодаря им мы поставили современную систему видеонаблюдения. Ну и плюс еще дополнительно там. Вот. Поэтому по сравнению с тем, что было тогда, ну, изменилось в корне. Ну, извините, что бы мы ни делали, что бы ни делали музеи, все равно воровали и будут воровать. Я напомню, недавно приглашали наших специалистов, именно наших реставратора и главного хранителя, когда украли из Вероны 16 работ. Ну, Верона, извините, это музей достаточно оснащенный, получше, наверное, чем украинские музеи в этом смысле. Тем не менее, 16 работ спокойно вынесли. Но
Уже через год они были отреставрированы и висели, и преступники сидели в тюрьме. Так ты их знашли? Знашли, арестовали, посадили, а картины уже висели через год. А у нас, извините... 15 років у нас тянется справа, а сидит кто-то взагалі? Они сидят в суде рядышком со мной. Они подписка не выездит. Да, правда, один парень благополучно умер, второй парень попал по другому разбою и сидит в тюрьме по другой статье, потом его уже посадили. А остальные трое ребят ходят в суды. Вот я когда ездил в Киев добиваться разрешения на реставрацию, я участвовал естественно, в судебных заседаниях, и хлопчики сидели рядышком, нормально, там адвокаты их защищают, все хорошо. То есть они даже не в СИЗО, они не закрыты, они ходят на заседания, то есть... Да, подписка не будет. Это не замовники, это именно те, кто... Воры. Ігор Борисович, ви казали, що і в Європі варують, ну це я розумію, що це було, ну, мені здається, всі часи історичні, але кажіть, будь ласка, що собою зараз, ну, як ви уявляєте ось тіньовий ринок, де торгуються предметами мистецтва? Хто, що це за ринок? Хто купує ці речі за 100 мільйонів доларів? Хто може в змозі зараз купувати картини, куди вони потрапляють? Ви знаєте, я не можу вам розказати всю схему, тому що я її не знаю. Предложення мені, як директору, не поступало. Пока. Ну, смотрите, є же аукціони, в конце концов, і там люди покупають за большие деньги картини. Единственное, чем отличается покупка на аукционе, от тіньового ринку, то, що ти можеш її спокійно показати і так далі. Ось. Чоловік, який в плані бреда, я не знаю, кому прийшло це в голову, питатися продати Караваджо, ну, точніше, якщо чоловік, який би її купив, він би купив собі повод для шантажа. Велику проблему. Конечно. Її не покажеш, а як тільки покажеш, ну, навіть члени сім'ї можуть сказати, сынок, папа, дай мне доллар на мороженое, говорит, не дам, но я пойду, сейчас расскажу, что у тебя там лежит картина за 100 миллионов и так далее. Ну, я так грубо говорю, но тем не менее, человек становится объектом шантажа сразу же. Я вам больше скажу, есть проблема на официальных аукционах. Я буквально вчера разговаривал с дочерью нашего известного художника-токарева, скульптора Александра. Его дочь написала целую статью о страхование музейных предметов с точки зрения страхования как бы ненадежности приобретателя. То есть человек может купить картину, заплатить нормальные деньги, вынести там на аукцион, и вдруг появляется, и были такие случаи, хозяин, который доказывает, это моя картина. Понимаете? И его снимали с аукциона. А тобто він не знав, що в цієї картини є господарь? Конечно. Тобто вона була викрадена? Не обязательно. Еще во время войны могла быть и так далее. То есть появляется, что человек, который добросовестно покупает, платит на реальные деньги, официально картину, но недостаточно изучен провинанс, и вдруг выясняется, что спустя 30 лет находится хозяин, он доказывает, ну, фотография, вот она у меня дома висит, видишь, и так далее. Поэтому впервые появилась фирма, по-моему, в Бельгии лет 10 тому назад, первая фирма, которая страховала на тот случай, когда вот именно тот, кто продает картину, не зная провинанса, эта страховка стоит достаточно денег больших, но тем не менее человек застрахован, что он не зря выбросил эти сумасшедшие деньги. То есть страховая ему повертает эти гроши, если он... Ну, во всяком случае, как-то он не остается совсем без денег. Либо возвращает, либо... А Караваджо было застраховано? Нет, Караваджо у нас не было застраховано, как, скажем, она страхуется каждой картиной, которая вывозится либо в другой музей, либо за рубеж. Караваджо, когда экспонировалась в других странах, она в том числе, допустим, в Испании была, ну, докладывали. Так вот, испанцы провели очень тщательное исследование этой картины, пигментов, потому что, чтобы убедиться, что это подлинник. Ну так, да. В иншому випадку вы не страховаты, наверное. Конечно. И выяснилось, что, ну, естественно, Караваджо делал краски сам, он использовал пигмент очень специфический, которого не используют другие художники. Красный там пигмент, да. Я не помню, как он называется. И получается, что когда пошла, значит, такая чутка, что когда в 90-м году нашли
подобную версию Караваджо в Дублине, то сказали, что в Дублине оригинал, а у нас копия там, какого-то Джованни Гаэтилло, это отдельная история. И как раз вот такие подобные исследования, которые провели испанцы, они были основанием сказать, что у нас тоже оригинал. Ну, известно, что художники, и в том числе Караваджо, делали повторы. Там «Ужин в Эммаусе» известно, «Лютнис» три версии и так далее, в том числе «Поцелуй Иуды». Вот. И это тоже легло в основу доказательства того, что у нас оригинал и в Дублине оригинал. От через війну в Україну, чи багато може потрапити саме наших картин, там, я не знаю, там, можливо, монет, там, ну, інших предметів мистецтва, потрапити саме на ці цінівири? 100%. 200%. Мне недавно ребята, не помню, по-моему, с Харькова, рассказывают, что, значит, там, не буду врать, с какого города, ну, короче, где пострадали музеи, и они на рынке, просто на толкучке, увидели, мужик продавал кольчугу за 200 гривен, кольчугу, которую украли с этого музея. За 200 гривен мужик просто продал как металлом. То есть он взагалі не разумеет навіть цінність того, что... Конечно. Конечно. Поэтому это как ни печально, но действительно многие музеи пострадали, многие разбомблены. Ну, извините, война. И, естественно, многие под этот шум, и оккупационные вот эти войска, и просто мародеры и так далее, естественно, как это не печально, естественно, это будет уходить. Еще я хочу повернутись до истории с Караваджо. Через 2-3 роки після того, як знайшли картину, ну, групу, яка саме, собственно, власне, і допомогла її знайти і повернути в країну, її розпустили. Ну, тобто це відношення держави, державних чиновників до не тільки мистецтва, а взагалі до статусу, скажімо так, держави, ось на цьому ринку, якщо так можна сказати. Змінилося? Да, зараз змінилося. Ну, конкретно об этой организации, которая, об этих людях, которые занимались этой операцией, вот Роман Топилов рассказывал, что когда уже было на стадии завершения операции, то есть Фомичев должен был вылететь в Берлин, ему там назначили стрелку бандиты, должен был вылететь в Берлин, а ему говорит: парень, нас расформировали, мы тебе командировочные можем платить. Фактически люди уже под конец операции рисковали собой, но слава богу, что уже немецкая сторона включилась и очень здорово помогла. Вот. Но фактически люди работали как частные лица, по большому счету. И когда Фомичев вернулся после этот самый, получается, что они получили выговор перед этим. Почему? Потому что вышли все сроки и назначили нового там начальника, и получается, что картину вернули после того, как по приказу им за то, что они 2 года проводили неэффективно эту операцию, ну, 2 года она как бы шла, да, им сделали выговор. Ну, был бред полный. Более того, ну, опять-таки, со слов Романа Топилова, что он говорит, что он вышел, ну, когда он работал по своей версии, как богатый коллекционер, который для колумбийской мафии покупает краденые вещи, он говорит: я вышел на якобы заказчика. Но поскольку этот заказчик якобы был связан с Януковичем, вот, то попросили эту тему не разрабатывать, а посадить только исполнителей. Это раз. Может быть, не было доказательной базы, может, человек просто хвастался, зная эту ситуацию, что такой крутой, вот я заказчик. Когда этот Роман сказал: ну покажи картину, где он так не показал ее, а вышли... Довести его причастность. Да, очень сложно было. Но судя по тому, как идет суд, судя по тому, что немцы... Ведь что немцы предлагали, когда нашли картину? Они сказали: ребята, давайте мы ее отреставрируем, и год прокатаем по музеям Германии. Мы сделаем вам рекламу и вернем вам уже страну отреставрированную, прокатанную картину и так далее. Янукович отказался. Ну, окружение, которое занималось при президенте Януковиче, они отказались от этого. И нам ее просто передали, с ней пошла та история, о которой мы сейчас говорим, что до сих пор она не дома.
Но, с другой стороны, я вам честно скажу, что даже если бы сейчас было решение суда о том, чтобы передать нам на ответственное хранение, я бы ее не взял, потому что у нас начались ремонт реставрационной работы, мы все равно свои лучшие картины эвакуировали, поэтому Най находится там, где она зараз находится, на едином месте. И в часы всех войн, Другой световой войны, вывозили ценности, але они потом повертались. Чи бачите ви зараз якусь загрозу повернення? Скажімо так, наших картин та взагалі нашого музею чи взагалі? Ну і так, і так. Що стосується нашого музею, у мене нет, скажімо, сомнений о том, що вони вернуться всі. У мене тільки є сомнення на тот счет, що вони сохраняються не в очень хорошому місці. І, к сожалению, мы уже с немцами отработали документы и так далее. Как ни печально, у меня проблемы с министерством. Как ни печально. Я немцы для того, чтобы, когда они увидели, что у нас ряд картин с Эрмитажа, из музея Пушкина, ну, оно было передано еще до революции, тем не менее, их смутил этот момент. Ну, все-таки Россия, потом эта история с киевским золотом, вы знаете, да? Они говорят, ребята, попросили меня, дайте им копии документов первоначальных, как они к вам попали. У нас есть эти документы. У нас есть постановление Совета министров СССР о том, чтобы передать на постоянное пользование наш музей. То есть у нас есть документы, подтверждающие наше право собственности, грубо говоря. Ну, власне, так, як скрывать же такую штуку? Право собственности, скорее, даже не музея, но не музея, а державы. Держава, звісно. И говорят, это нужно для того, чтобы немецкая сторона дала государственную гарантию о защите при претензии третьей стороны, ну, от России, да, если, да, ну, на самом деле, от вид России. Я обратился в наш департамент культуры, говорю, ребята, я могу дать такие документы во время войны? То есть, если бы это было мирное время и не эта ситуация, то, может быть, даже не стал вопрос, я бы просто показал эти документы, да и все. Ну, думаю, война, мало ли как будут трактовать. Естественно, они отправили по цепочке в министерство, и письмо зашло в министерство 9 марта. До сих пор нет ответа. Цього року чи минулого? Цього. По закону они должны ответить в течение месяца. А из-за того, что нет разрешения официального на передачу этих документов, немецкая сторона говорит, ребята, мы вам не можем дать гарантию. Государственному. Что все ценности повернутся до музея? Что если третья сторона будет претендовать на наши картины, то они не передадут России? Да. Что через суд, там, через взагалі по всей документации? Да, да. Если у них будет эта документация, документы, подтверждающие право собственности Украины, нашего музея, ну, мы не собственники, мы просто это самое, право собственности Украины на эти картины, они скажут, ребята, вот документ, это картины Украины и так далее. А если у них таких документов не будет? Они говорят, ребята, а по что мы будем подписываться? Откуда мы знаем, откуда у вас эти картины, так по большому счету? Я когда общался с ребятами в Германии, с разными людьми, общался с директорами, там даже не только с директорами музея, с фондом Сименса, который помогает, с разными людьми. И мне задавали простой вопрос. Парень, а почему ты этим занимаешься? Это же вопрос высшего порядка. Тут надо ставить взагалі, ребята, случилась война. Есть угроза ценности. Уже 30 музеев уничтожено по всей стране. Это должно быть глобальное решение, закон о вывозе, эвакуации за рубеж, тем более, что льготовы, всего надбання, который можно эвакуировать. Это должно быть глобальное решение правительства и так далее. Так они только сейчас, спустя год войны, даже больше внесли проект на розгляд. Після розграбування херсонських музеїв, після розграбування тих, що Маріуполь там, да, і все інше. Поэтому, понимая, что вряд ли кто-то будет заниматься, мы, смотрите, когда я увидел, в каком состоянии хранятся картины наши, художественного музея и музея Ханенко, ну, неважно, нескольких музеев, я сразу написал директорам письмо, я говорю, ребята, как вы смотрите на то, чтобы поставить перед министерством вопрос о том, чтобы все наши эвакуированные, и ваши, и мои, все абсолютно были вывезены за рубеж в разные страны. Польша шла навстречу, Литва шла навстречу, Германия и другие страны.
Вот. Но это должно было быть программное, потому есть еще такой маленький нюанс, который объясняет, может быть, позицию министерства. Некоторые директора музеев были против, чтобы вывозить. Против. Боясь, что вдруг не вернутся и так далее. Ну, я думаю, что это большая глупость, потому что мы же все время, все музеи так или иначе возят свои картины за рубеж, возвращаются. Есть такая практика. Просто мы вывезем немножко больше работ, чем обычно. Вот так. И ребята меня все поддержали, сказали, да, мы хотим, но поскольку там началась пробуксовка с этим, я хотел, чтобы все гамузом все работы вывезли в разные музеи. Так не получилось, потому что, например, у меня пошел контакт нормально с Германией, Львовская галерея пошла контакт нормально с Польшей, они очень дружат. Вот. Ханенко хорошо пошел контакт с Литвой, поэтому каждый директор начал вывозить работы куда может. Например, Ханенко, насколько я знаю, вывезла в Литву 640 работ. На секундочку. Мы вывезли в Литву двух хальцев. Но мы вывезли их раньше, потому что вывезли, точнее, во время войны, но проект был запланирован еще до войны, поэтому документы были готовы, было проще. Так что две наши уровня такого же уровня ценности, как картина Караваджо, это «Евангелисты», Лукаев, Матвеев, Хальса, они в Литве. Там вот шикарная выставка в начале июня. Вот. Поэтому многие музеи понимают о необходимости не только безопасности, но это же еще контакт. Это же не просто так. Вот, значит, мы должны были оценить каждую работу, поскольку страховка. Ось же нужен такой важный процесс. Конечно, подготовить заключение по каждой картине. Значит, мы не просто оценили работы так с потолка. Я пригласил Инну Стефанович, это один из крутейших специалистов в Одессе, ну не только в Одессе, но она находится в Одессе, по оценке таких предметов. То есть она имеет там международное признание и так далее. Ее, кстати, хотели сделать представителем голубого щита в Одессе. Даже так. Кстати, с этими ребятами я тоже познакомился из ОБСЕ, из голубым щитом этой организации. Они обещали помочь. Голубой щит – это счет для глядачей? Счет за организацию? Ну, это при ЮНЕСКО, которая защищает… Ну, сейчас вот на нашем музее висит табличка, потому что мы находимся под защитой голубого щита. Что это значит? Если, не дай бог, наш музей разбомбят, то в суде будет выступать голубой щит – это международная организация. Не Одесса, не музей. А о компенсации и так далее, это будет голубой щит. Все, что находится под защитой голубого щита, это как, знаете, как красный крест, там нельзя бомбить и так далее. Я с этими ребятами договорился, что они нам помогут при перевозке картин и так далее. То есть сделана огромная работа, огромная. И вот Инна Стефанович, она как профессионал очень много работала и помогла нашим специалистам оценить эти работы. То есть все уже сделано. До речі, що з цим залом? Тут таке, знаєте, таке враження, що тут палили щось. Чи це зал для війни такий, експозиція війна в Одесі, війна в Україні? Ви знаєте, у мене є одна знакома дама, вона за рубежом має галерею, і коли я вислала фотографію цього залу, вона говорить, Ігор, ти не представляєш, скільки грошей ми тратимо на те, щоб отримати таке лофтове пространство. Я говорю, Аллочка, ти не представляєш, скільки мені грошей не дают, чтобы я получил такое лофтовое пространство. Значит так. Тобто це навмисно зроблено таке лофтове пространство. Із того, що мало, ми зробили далі імідж лофтового пространства. Значит, как все у нас делается в стране, да, к сожалению, начинается большая стройка, выделяются какие-то деньги, их всегда не хватает, и то, что особенно касается реставрации, оно в какой-то момент замирает. Тоже произошло с музеем. В 2008 году, если не ошибаюсь, или 2010, были выделены деньги. Смета составляла 46 миллионов. Из них и под эти деньги начали работать, разработали проект, начали работать. Вот, реально выделили 18, и, соответственно, деньги закончились, остановилась работа. Вот это подготовлено к ремонтно-реставрационным работам это зала. Но я вам скажу, что многие художники, здесь проходят очень интересные выставки, и многие художники просят, чтобы я его не реставрировал, им очень нравится. Это ж Вазарелли, смотрите, ну как, это же художественное произведение. Вот тоже. Да.
Поэтому сейчас мы вошли в великую реставрацию. Значит, по смете 2020 года стоимость работ был 81 миллион. Мне сказали, что эти деньги зарезервированы, они не пойдут на войну. Вот, но, извините, 81 миллион 2020 года и нынешнего, это, считайте, процентов 30 мы потеряли. Цены на материалы и прочее выросли. Этот проект, скорее, даже не реставрация, а модернизация оборудования сетей. Он подразумевает совершенно другую систему отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения. Это скорее... Тобто вы замахнулись на... Конечно, конечно, конечно. Это не только реставрация. Сучасний вже такий музей. Да. Ну, оце тема вже іншої зустрічі. Ігор Борисович, я дуже дякую, що знайшли час, ми проговорили майже втричі більше, чим планувалося, але з вами дуже цікаво спілкуватися. Спасибо.